Знакомьтесь, семья Борисовых. Мама Виктория, папа Сергей и три лапочки-дочки – Анастасия, Екатерина и Светлана. Рассказывают, в фестивале «Осенний калейдоскоп» принимают участие ежегодно и занимают призовые места. Сегодня пришли похвастаться не только богатым урожаем, но и яблочным пирогом. Его пекли всей семьей. Трудимся на своем огороде все вместе, все друг другу помогают. Кто-то урожай помидоры помогает собирать, кто-то сорняки убирает. Кто-то яблоки собирает, у всех свои обязанности. Нам на даче очень нравится отдыхать. И мы ходить по лесу, купаться на озере и загорать. Все блюда вкусные, съедобные, ну и сытные. В Самаре прошел городской фестиваль семейных традиций «Осенний калейдоскоп». Каждая команда должна была принести с собой соленья и варенье, рассказать интересные факты про семью и накрыть праздничный стол. Можно было приготовить блюда или сделать оригинальные поделки из овощей. Там есть 40 лет рецепту, более 40 лет рецепту. То есть, понимаете, что в семье традиционно готовится. Вот у меня, например, я готовлю определенное что-то, да, вы что-то другое. Определяют первое, второе, третье место. У них очень хорошие подарки будут. Мастерство участников оценивало профессиональное жюри. За каждый этап выставлялись от 1 до 5 баллов. Очень приятно было смотреть, что они приехали своими детьми, внуками, и бабушками, прабабушки даже, вот сегодня, которые вот я сегодня смотрю. Трудно оценить, потому что они все своей рукой делали и сажали своей рукой. Праздник от души получился, и не хочется слабые баллы поставить. Ксения Баканова, Сергей Баскин. События.